Здравствуйте и процветайте! С вами Нинель Смолина, консультант и преподаватель по китайской физиогномике, фэншуй и астрологии. Представляю вашему вниманию прогноз по восточной методике на 9 ноября, четверг, металлическая крыса, 21 лунный день. Это день кардинальных перемен, триумфа и побед. Нужно быть честными и справедливыми. Управитель удаления. Этот день для очищения от негатива, поэтому благоприятны генеральная уборка, стирка, очищение пространства, разбор завалов и шкафов, уход за телом, очищение организма, начало диеты, спорт, йога, медитация, посещение врача. Это наилучший день, чтобы заняться своим здоровьем и домом. Неблагоприятны все основные виды деятельности. Не назначайте на этот день свадьбу, не отправляйтесь в путешествие и не ищите новых знакомств. Самый плохой часовой период с 11 до 13 часов. Благоприятный день для крысы. Не подходит для лошади. Успехи в образовании у свиньи. На выручку придут бык и коза. Привлекательны и неотразимы сегодня кролик, свинья и коза. Поберечь свое здоровье следует змее и дракону. Повезет с деньгами крысе. Удачного дня!